Привет, с вами Фарнакс. Если вы считаете, что встроенный теплообменник – это привилегия только банных печей, то вы глубоко ошибаетесь. Есть несколько модификаций интереснейших отопительных печей. Да чего уж там, есть и печи-камины с этой функцией. Сейчас выясним, зачем покупатели магазинов Фарнакс и сайта farnax.ru выбирают такие печи для своих дачных домиков. Удивительно, но найти можно даже чугунную печь со встроенным теплообменником. Пример – Везувий Триумф 180. Там и чугун 12 мм, и масса в сотню килограммов. Но, пожалуй, самая популярная печка с теплообменником, судя по продажам интернет-магазина farnax.ru, огонь батарея с баком-теплообменником. На этих кадрах мы затапливаем такую печку зимой, заполнив выносной бак снегом. Ну, воды, конечно, тоже добавили. И поразительно, что печка настолько дружелюбна к пользователям, что в данном случае прощает вот такое откровенно хулиганское подключение к баку с помощью пластиковой трубы. Настоятельно рекомендуем не повторять такое подключение, а использовать, например, стальную гофротрубу «Лавита». Конечно же, в первую очередь подобные печки покупают из соображений практичности. Если, допустим, в начале дачного сезона и к его завершению печь все равно нужно топить, чтобы обогреть дом, то почему бы не потратить часть тепла на нагрев воды? Согласитесь, приятно умыться теплой водой и перемыть посуду после застолья. И даже те, кто имеет баню на дачном участке, отмечают удобство такого формата. Ведь протопив печь с вечера, с утра вода в выносном баке будет все еще теплой. Умыться и почистить зубы – самое то. Давным-давно мы выясняли, что лучше – поставить печку или собрать систему отопления с батареями и твердотопливным котлом. И тот же производитель, который подарил рынку народную печь ТМФ «Огонь батарея», выпустил сумасшедшую модификацию своей печи «Нормаль» с теплообменником. При этом уже на промо-картинке рядом с печью были изображены обычные батареи отопления. И главное отличие этой печки от базовой версии – наличие встроенного съемного водогрейного котла с номинальной мощностью 5 кВт. А это позволяет подключить к печи радиатор водяного отопления в количестве до 25 секций из расчета 0,2 кВт на одну секцию. Но, правда, и отъем тепла водяным контуром в этом случае будет более серьезный. И конвекцией сама печка отопит уже помещение объемом всего до 65 кубов. Ого, оказывается, печкой могут не только согревать помещение, но еще дают возможность приготовить очень много горячей воды. Более того, они могут стать частью самой простейшей системы отопления, буквально заменить собой твердотопленный котел. Но вы представляете, есть еще и печи-камины со встроенным теплообменником. Живой пример – печь-камин «Деревенька» от компании «Экокамин». Там и печка мощная – 12 кВт, и дверца со стеклом добротная, и чугунная плита даже есть. И, внимание, к этой печи можно докупить пару теплообменников. Изготовлены они из нержавеющей трубы. Устанавливаются элементарно. Можно один, а можно сразу пару. При этом печь-камин меняет свое название на печь-котел. Ведь теперь ее можно подключать к мощной системе отопления для двухэтажного дома. Интересно? У «Экокамина» есть еще одна модель – «Бавария Призматик», который также можно докупить теплообменник, подключить камин в систему отопления и при этом наслаждаться игрой пламени через огромнейшую дверцу. Но можно найти более доступные модели печей каминов, например, марки «Везувий» или «Этна». В общем, вариантов много. Топовые модификации печей со встроенным теплообменником вы найдете на сайте farnax.ru и в розничных магазинах Фарнакс в городе Новосибирске. Ну а мы вам желаем теплых вечеров, до новых встреч, счастливо!